Всем привет, дорогие друзья, с вами Заварамаха. В общем-то, буквально пару дней назад пришел к мысли о том, что хочу поиграть в что-то новенькое, что-то свеженькое, интересненькое. Как вы понимаете, танки и все такое надоело, решил попробовать что-то полетать, захотелось. Ну, такое бывает, то есть я решил показать, ну, как оно выглядит со стороны. То есть, ну, зашел я, называется игра Star Conflict, и попробовать, что из себя представляет, давайте посмотрим. Честно, не играл ни разу, вот. Сами видите, только обучалка стоит. Так, и как? Ага. О-о-о, у кого проблема с вестибулярным аппаратом? Игра вас категорически приветствует. Так, ну что тут делать? Ох, едритулюсю. Так, этап пройден. Ну, короче, это типа такая обучалочка. Не знаю. А, вот, смотри, шифтухи. Ускорение. Ага. Сейчас, в общем-то, попробуем пройти с вами вот такое вступление. И поиграем в онлайне. Возможно, как это выглядит. Ну, реально, я вот давно хотел попробовать нее, но что-то как-то руки не доходили. То есть я особо не люблю космические полетики, но... Тут прям стало даже интересно. Что, 5000 метров? Ой, серьезно? И как мне в эту хрень попадать? А вот, смотри, попадаю. Короче, есть какая-то определенная дистанция стрельбы. Откуда я могу выстрелить? Где я не могу? Автозахвата нету, то есть куда мы целим, то мы и ломаем. Интерфейс, кстати, достаточно непривычный, потому что я смотрю все на точку вот эту, которая указана целью. Что за дичь меня там пытается убить? Ой, ну где-то здесь должно быть. Во, вот тут. А. Да ну на. Перегрев. Так, а и тут. Ага, еще один парнишка хочет меня убить. Так, давай на форсаже его. Ну, так простенько, забавненько. Так, какой-то охранный дрон. Не, я просто к чему решил треньку пройти, потому что. Ну, интересно, как это играется именно на тренировочном. То есть, чтобы не быть полным нищим, да, ты вышел, и тебя сразу лупцует каждая собака бешеная. Кстати, у нас есть какие-то щиты. А там еще ракеты были. Ну, достаточно все просто, все понятно, проблем никаких. С вступлением не должно было появиться. Че, пойдем в бой, быстрая катка. Посмотрим. Так, ну, тут вариантов-то нету. Выбрать корабль. Это я понимаю, против нас уже. Хотя хрен его знает. Это игроки или это ботсы? Это максимальное ускорение, интересно. Ой. Так, я, короче, по-моему, в полную жопу залез. Ага. А, ну смотри, целеуказатель, как на каком-нибудь авиасимуляторе, чтобы на упреждуху попадать. Я, конечно, ракуля еще та, но... Ну, мне кажется, это может получиться забавно. Но-но-но-но-но-но-но-но-но. Ну куда? Ну куда? Ну ладно. Так, эту хрень, короче, надо или разбомбить, или... Так, ускоряемся. Ч
Что-то парень стоял там. Лоу-левельный. А это что такое? А, ну мне, по мне просто откидывает чувак. Такое ощущение, что я с ботцами играю. На-на. Так, щиты восстанавливаем. А, где моя хп? А, вот хп. Хопо. Стой, где мой? Целеуказатель, кстати, теряется очень быстро. Это было близко. Так, валим отсюда. Блин, это было не то, что близко, я почти в него воткнулся. Давай, готов. Ну, конечно, днище еще то, но... Ну, а что поделать? Ни хрена, по 500 единиц. И, ну, мне кажется, это мало для этой игры, но... Хоть что-то. Так. Стой. Блядь, глаза, верните мои глазки. Я не вижу курсора. Мне динамики не хватает, чтобы... Да, убил. Честно, если у вас с вестибулярным аппаратом все плохо, молитесь. А, ну мы, короче, летаем, пока все не захватим, я понял. А я тут летаю как слабоумный. Туда и обратно. Оптику еле видно. Вот эту точку для стрельбы еле-еле видно. Хотя, может, это режим, где надо дефить? Не знаю точно, пока сложно сказать. Но выглядит он достаточно забавно. Мы заработали 50 тысяч кредитов. Так, дальше. Поднимаем уровень. Топа чей? Корпус, щиты. А, мы поднимаем, короче, уровень нашего корабля. Мы его таким образом прокачиваем. Улучшаем. Эффекты, короче, от улучшения. Хорошо. Так, а это ПВП, ПВЕ. Ну, давай ПВП. А, и тут, короче... А, выбрать мы ничего не можем, это те карты, которые в данный момент нам открыты для пользования. Ну давай посмотрим, давай. Сегодня такой, знаете, лайт осмотр. Посмотрим, что это из себя представляет, постреляемся, попилкаем. Маяк захвачен. Пока забавно. Ни бомба, ни фонтан, но выглядит очень симпотно. Я думаю, ребят, кто-то из вас, ну, как бы, есть люди, которые даже не видели никогда Star Conflict. Тут у вас будет шанс. Но я его, короче, не вижу, он недосягаемость. В 8000, ну, пойдем туда. Главное, не разбиться раньше времени. Подсосать. Не успели подсосать. Кажется, парень сейчас помрет. Ты смотри, танцует. И ты попади теперь в эту дичь. Ни хрена он крутится. Офигеть. О, нормально. Помощь огнем. Неплохо. Так, ну это, видимо, судя по всему, это все-таки были ботцы в той катке. Мы убивали с вами ботов. Так, надо саппортить. Так, поближе подлететь. О, нормально. Они, кстати, так же хилиться могут, как и я, в принципе. Блин, у них еще ракета есть. Просто как днище слился. Ну ладно, пойдем посмотрим. Ну это, короче, такая местная батла, только
Только в космосе. То есть вы респаунете себя, подозреваю, сколько хотите. А, ракета выпускается. Я понял. Только вряд ли кого-то ей попаду, ну. Можно, короче, постоять, покиперить таким вот странным образом. То есть встал, пострелял. Так. Чуть скиллы, типа F-ки, типа двойки. Ну, что они делают? Понимаю, один. Понимаю, один, короче. О, боже. Ну, я вроде попадаю, в отличие от этого парня. Так. Откатываю броню. Там нет смысла стоять, просто убьют, да и все. Одуреть. О, смотри, смотри, охотник на мамонтов выехал за мной. А чтобы захватить вот эту хрень, что надо? Убить дрона, да, наверное? Блин, ну, пипец. Отлично. Просто. Я хрен знает, как они меня убивают. Что это за ракета, которая самонаводящаяся? Но. Но противодействия я им пока не нашел. О, тут, кстати, есть разного уровня. Точнее, разного вида. Техника, только я в ней пока еще не разобрался. Ну, это такой пробный заход. Как всегда, эпичная музыка, все дела. То есть, я вижу его, да, но у меня нет дальности стрельбы, чтобы его попасть. Давай. Наш маяк захвачен. Так, ну я поиграю в крысу. Не знаю, насколько это полезно. Ну, я ему снимаю вот такое. Он живет просто на крополях. А, я его убил. В итоге-то. Так. Типа я его захватываю в данный момент, да? Мы теперь должны дефить. Боже, этот парень меня уже откровенно заковырял. Нормально. Так, отхиляюсь, подремонтирую. А, точку мы захватили, можно лететь дальше. Блин, сложно пока. Просто, на самом деле, наверное, не сложно, а... Из-за того, что я не очень часто играю в такого формата игры, да? То есть, как бы... Непривычно очень лично для меня это все, то есть... Не потеряться в пространстве, я же привык, что плоскость-то одна. Как бы против этого ничего нет. Но здесь летает все подряд, то есть... Пойдем на точку А сбегаем. Клавиши, кстати, стоят... Если будете играть, перенастраивайте клавиши единицу и двойку. Реально неудобно играть. Ты шустрый парень. Я играл в World of Tanks. Мне похер он твоя шустрость. Наш маяк захвачен.
Так, это наш маяк? Все нормально? Все нормально. Господи, прям теряюсь в пространстве. Так, давайте сюда слетаем. Вон там. Что там за дичь по мне стреляет? А, вижу. Я реально вот, не знаю как вы, но я периодически теряю напрочь курсор. То есть я его банально не вижу. Блин. А до скольки мы, интересно, очков играем? Ну, к сожалению, видимо, мы не выиграем. Так, враг захватил маяк. Давай. Так, поехали на точку Б. Весьма непривычное управление. Просто, да не могу. Готов. Просто парни летают со всех сторон, определить, где он там. Немножко разбегаются глаза, скажем так. Понять, кто на что способен, тоже бы, знаете, вот, например, вот я смотрю треугольник, да, и что он делает? Кого он атакует? Было бы интересно знать, но, увы. Пойдем к этим парням. Наверное, в настройках можно увеличить как-то этот крестик. Потому что реально он еле-еле виден. Чувак из клана Тед. Я все равно не вижу. Вот, теперь вижу. Она самонаводящаяся, что ли? Или как это работает вообще? Ого! Ого! А как это? Как он такой рывок сделал? Что я в итоге один здесь остался? Какая-то мелкотня летает, непонятная. Да, маневрировать этот дичь, короче, не может. Да, из меня пилот, знаете ли, наверное, не очень. Но попробовать стоит, почему нет? Так, видимо, мы проиграли в этой битве. Получены какие-то бонусы, поражения, кредиты. Так, давайте еще раз вернемся в ангар. Посмотрим, как это выглядит. Это у нас три класса, да? Ага. Покупаем его. Смотрим пушку. А, штурмовая. Так. Ага, тут, короче, какие-то есть еще снаряды, типа голдовые, что-то типа того. Топ-устройства, это какие-то поезд добычи. Ну, это, короче, расходники какие-то. Угу. Это модули, целеуказатель, что-то типа того. Так, что вообще за корабли есть? Давайте посмотрим. DLC-шный какой-то корсар. Еще один супер кайт. А сколько всего уровней в этой игре? 15. Включая какие-то адские сиреневые корабли. И мама моя милая, я не знаю, что за них хотят. А у этих что есть в конце? Ну тут, короче, у каждой свои, скажем так, разработчик кораблей есть свои топовые экспонаты, ну и, собственно, разделы к ним, то есть вот это вот разведка, ударный, командный, дальнобойный, то есть снайпер. А ну, а если у меня вот в данный момент, могу ли я, не прикладывая много денег, а, то есть вот таких нету, а у федерации... Инженерный. Подавление. Заградитель. Ага, то есть у них то... Не, ну он...
Давай-ка купим вот эту штуку. А, вот, снайпера у них идут. То есть давайте скатаем за вот этого. За Геркулеса. О, кстати, Геркулес купил. Повысить уровень. Давай. Поднял уровень кораблю. Не знаю, что мне с этого даст теперь. Так, возьмем Геркулеса первого уровня. Исследовать. Да, я хочу исследовать. А, работает это, короче, как War Thunder. Получается, что вы копите опыт, да, играя на том или ином оборудовании. То есть, чтобы прокачать, допустим, пушку, вам надо ее... вот, смотри, какая-то еще есть. Ну, давай посмотрим. Мы можем ее отправить в исследование. То есть, на складе у нас есть только такая. Че, давай посмотрим. И красить можно, и ядрить тулюся. Правда, у нас нету денег и кредитов. Мы нищета. Ага, ну, кастомайз тут есть. То есть, были бы деньги, найдется и улучшение. Тут есть прем. Прием, но только он, судя по всему, не распространяется на мои кредиты. Как я понял. Ну да, это... Они просто выглядят как обычные кредиты, но только это прием дни и... Да, такое. Так, ребят, ну что, пойдем еще одну карточку сделаем, посмотрим. Кстати, экипажи есть. Боже, в этом всем, короче, надо разбираться. Если кому интересно, ребят, то... Внизу ссылочку я оставлю, если кто-то хочет поиграть, там прямая ссылка на регистрацию в игре, чтобы не заходить ни в лаунчер, ни так далее. Вот, и сможете оттуда начать уже развлекаться. Ну чё, DLC-шный, если такое. Так, ладно, а меню? А что у нас есть? Так, ну чё, поехали в бой. О, кооперативно есть. Короче, можно играть в коопе против искусственного интеллекта. Это мне, например, напоминает, помните, ту игру от Гайджин, Гайджинов, от улиточек. Ну, это тоже, по-моему, от них же. А, где мы играли Crossfire, или как-то так называлось. Помните, где на машинке, машинки собирали? Вот такой же стиль, по-моему, здесь же. Искусственный интеллект. Ну, давай попробуем. Так, давайте попробуем в коопе поиграть, так как будет окончательно. Вот, и если вам сильно понравится, то я, в принципе, могу попробовать потом еще немножко полетать. Ну, или потом, допустим, купить какую-нибудь DLC-шку и погонять. Ну, не знаю, просто такой экспериментальный у нас формат сегодня. Потому что кораблики, ну, как бы не моя стихия. Ну, рассказать и показать, как бы... Я для этого тут и нахожусь, чтобы вам рассказывать и показывать, если появляются какие-то интересные и, скажем так, заманчивые новинки. Так, много живых людей, много кораблей. Ну что ж, пойдем посмотрим, что это из себя представляет. Очередная катка до 999 очков. А, карта все та же, ничего не меняется. Только что мы делаем? Или это банально ПВП? Не, не должно быть, а вон точки на месте они. У меня какие-то плюшки, видите, над... Тут я пытаюсь довести вот там вот. Чего они дают, я не понял пока. Ладно, это... Это, видимо, пока... Даже мне не понять. Судя по всему, ФК активирует временную шилд или броню. Типа того. Сыграем с вами в эту катку. А, хорошо. Медаль Берунга уже наша. 10 тысяч. Ага. Первая кровь в этой игре все-таки имеется. Ну, по крайней мере, так говорят. А как ракеты выстрелить, чтобы она... На автоприцеле попало. Вот это мне действительно интересно. Маяк захвачен.
Так, этот парень почти все. Дули, дули, досидули. Надо вот того принять. Но он пока недосягаемость. Недосягаемость. Нормально. Какой-то саппорт или что это такое за дерьмо? И хрена я тут начал ворошить осиное гнездо. Так, нам бы куда-то туда деваться. Вон еще парень. Давай его возьмем на абордаж. По-моему, нас пытается свалить или что он пытается сделать, не понимаю. Да, пытается куда-то деваться, но... Но! Все прошло, как всегда, для него неудачно. Очень, кстати, маневр... Ну, более или менее маневренный у нас корабль. Не так часто попадает, но... Так, ну, подсосать я подсосал. Немножко очков с него. Так, вон там вот парни. А, ну того догрызут, скорее всего. Но вот пока вот эта дичь не долетела. Надо бы помочь. Во-во-во-во-во-во, по красоте душевной, давай. Это какой-то жирный, неповоротливый танк, что ли, получается. Ну, танк не в смысле танк, а в смысле хорошо бронированный самолетик. Вот попасть бы в этого. Вот помощь с огнем. Неплохо, неплохо. Так, ну эта катка была слишком быстро, по-моему. Давайте еще одну скатаем, если получится что-нибудь интересное. Так, поиски ценностей. А, мы можем... О, смотри, разобрать на в лаборатории. А ну что можем... А как это просто забрать? Так, и что я могу? Нет, а как ее забрать? Нет. Так, я... Так, ну я не понял, что я сделал, но... Обнаружен трофей. Ага. И все, типа, да? Дули-дули-досидули. Я не понял, как это работает, честно, ну... Может, я днишка. Так, а что я там? Сбил троих, помог четверым. Ну, знаете, для первого раза, по-моему, неплохо. Так, дадим еще раз в ангар. Поднимем уровень нашему танку. Танку, самолетику. Я бы слетал вот на этом. Ну, давайте на Аксе еще слетаем. Он вроде как уже зарекомендовался очень хорошо. Видеть бы еще, знаете, что? Брать что-то, продать, разобрать, улучшить. Давай-ка. А, тут надо, короче, 112 монет, чтобы улучшить его способность. Нет, я не хочу снять. Я просто смотрю, что я могу делать. Всякого рода ракеты, да? А, вот, смотрите. Короче, на иконку наводимся. Урон в секунду. Кинетический. 2300. Ну да, это получается топовый вариант для нас. Устройство у нас... Ну, сектор бомж на барабане, поэтому... Так, я все-таки хочу попасть... Так, автоматически. Да. Кооператив против ИИ. Ну что ж, давайте попробуем еще раз сыграть.
И заодно узнаем, что это из себя представляет. Ну, не, ну я понимаю, что мы вот... Все левое это... Это как бы союзники. А все, что справа... О, смотри, новая карта. Тут мы еще не летали. Ну, понятное дело. Ага, это, короче, я как понимаю, просто фан-режим для фарма банального. Не забывать ракеты пускать. Как от нее увернуться? Ракета что, с другой планеты летит, что ли, или что? Чё он так долго-то? Ну ладно. Воу-воу-воу-воу-воу, чуть не врезался. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как они так делают, что вот так свисают? Да тут осталось убивать тоже. Тут одного добить. Ну просто стиллер от жизни, стиллер от бога. Так, помощь. Блин, надо бы отхилять щиты. Ну, короче, вот такая вот игруля. Кому понравилось, в принципе-то, может, еще раз повторюсь, посмотреть. А ссылочку в описании, там идет регистрация, да, чтобы не искать, не ползать. Туда переходите, смотрите, ну и если хотите, конечно же, играете. Всем любителям, любителям полетов, космической тематики, ну, я могу порекомендовать как веселую альтернативу. Ну не знаю, если вам приелись уже всякие танчики, всякие самолетики, корабли, попробуйте космический шаттл. Ну чисто для разнообразия, если кому интересно, то можете в принципе попробовать свои силы. Может быть у вас как бы получится так, что вы действительно сможете себя раскрыть, скажем так, реализовать неплохо в сфере, ну, такого вот... космической сфере. То есть вдруг вам зайдет, и вы будете там нагибать, разгибать и так далее. Потому что игра достаточно простенькая, игра, кстати, бесплатная, ну, условно бесплатная, потому что вы можете так же, как я как показывал, покупать прем, да, и, в общем, получать дополнительные плюшки. Кстати, какие здесь плюшки, кому все будет интересно. А, кредиты, лояльность, синергия, ну, я, правда, не знаю, как правильно. Плюс 2 поиска трофеев и, ну, короче, бонусы всякие. Обычный прем-аккаунт. Вот, все, ребят, всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Ромаха. От души душевно в душу, наслаждайтесь вы игрой. Все, ребятки, всем спасибо и всем пока-пока.